Такой старенький дедушка. Ой-ой-ой-ой-ой! Я раньше и не думал. Оказывается, чем ты старше, тем лучше жизнь становится. Да, как говорится, мои года, мое... Богатство. Богатство, да. Тем более, что у меня это единственный вид богатства. Не, правда, лучше стало. Вот помню, раньше в молодости торт на твой день рождения гости сожрут мгновенно. А сейчас, если гости твои ровесники, так когда торт принесут, многие уже забывают, что еще торт будет. Да, уже зубы повынимали. Не помнят, в какой карман положили. А если кто и вспомнил, и назад зубы вставил, еще не факт, что своего куска дождется, потому что пока ты все свечки на торте задуешь, ему уже свечка будет нужна. Да, да, для другого места. Не, правда, веселее стало как-то жить в старости. Знаешь, в 7 утра уже телефон звонит, говорит, у нас к вам предложение. Знаешь, как приятно, что тебе первому предлагают. Да, говорит, предлагаем чудесные прокладки с крылышками. Ой, говорю, спасибо, будет на чем на юг слетать. Потом и из полиции звонят. Да, эти часто говорят, кто-то хотел снять ваши доллары. Я говорю, все? Он говорит, все. Я говорю, ну пусть забирает оба. А вот больше всего мы, старички, любим звонок из банка. Знаешь, звонит, говорит, здравствуйте, это банк. Скажите, какой у вас кот? Я говорю, у нас нет кота. Да не, говорит, карта. Какая у вас карта? Я говорю, туз бубей. Да не, карточка, циферки на обратной стороне. Вот перед глазами карточка сейчас. И читаю ему циферки-то. Говорю, 0707-1978. Он говорит, что это за циферки? Я говорю, это мы с Люськой в 78-м в Евпатории на фотографии на карточке. В трубке слышу, мать-перемать, отключился. А номер-то остался? Я набираю. Еще, говорю, карточка пишите, 0109-1953. А это что? Я говорю, ну ты сам сказал, мать-мать. На этой карточке мать меня в 53-м году в первый класс ведет. Не, правда, лучше стало. Я, например, раньше даже не знал, что у меня столько родственников. Да, звонят по 5 раз в день, спрашивают, как себя чувствую, долго ли еще протяну, когда уже спрашивают. Да, прям нотариуса приводили, а я ему так понравился, он у меня 3 автографа взял. Даже директор кладбища был. Он прям зашел, меня вот так вот обнял, вот так вот. Вот обнял, и потом вот так и пошел. А дружок у меня, тоже мой ровесник, у него фирма своя, зубы на прокат. Ну, он дружкам дает на свидание сходить свои зубы. Да. И он, значит, в танцы записался в парк. Называется «Клуб еще не вечер». Так его родственники даже на танцы с ним ходят. Вот как любят. Только какая старушка его на белый танец пригласит. А родственники, а ну-ка еще сюда. Тоже его квартирой интересуешься. Еще ни разу не потанцевал. Я раньше телевизор любил, эти кино всякие смотрел. Это «Трое в лодке». «Не считая собаки». Да, «Не стесняясь собаки». О, это «Ирония судьбы» или... «С легким перегаром». «С легким перегаром» и «Собчачье сердце». «Аншлаг» люблю, да, особенно это ведущая. Рябина. Губовицкая. Губовицкая, да. Володя Бедокур.
Ой, он там набедокурил. А больше всех мне у них этот негр нравится. Как он, забываю, Колька. Лукинский. Пукинский, да. А еще мы маску смоем. Ой, маска это... Соседа, мы, правда, там кто без маски-то никого не узнаем. И вот этот я люблю, склероз люблю тоже. Ой, слушай, раньше-то деньги займешь и прячешься, чтоб подольше не отдавать. А сейчас, если я вижу, идет, вот кому я должен, я прям лоб в лоб ему иду, глаза в глаза. Ой, он радуется, говорит, Федя, когда отдашь? А я говорю, Федя, так вот, как меня зовут. Да, и он понимает, плакали денежки. Склероз это, о, у меня дружок, врач, профессор, ему уже за 80, старый. Он всю жизнь работал проктологом. Ой. А сейчас старенький, ну его иногда просят в разных кабинетах подежурить. Как улицу посадили. Халатик дали, да. Довольный сидит, написано, окулиза. Заходит пациент. А этот-то старый дурак, что по привычке говорит? Повернись спиной, приспусти брюки. Нет, тут я вспоминаю, что я теперь окулист. Хватаю эту каску. И на таблицу, какая буква? А тот молчит. И он повышает, это молчит, ставит диагноз. Слепой, иди отсюда, не ходим. Нет, человек задом, если хоть что-то видит, сказать-то не может. А тут ко мне эти с подарками-то, как они, полотеры приходили. Полотеры. Как? Я говорю, полотеры, да. Натоптали, ну принесли печенье, конфеты, да, еще там чего-то. Я их из вежливости за стол-то пригласил, сожрали все. И свое, и мое. Да мне не жалко. Подумаешь, богатство. Вот мои года, мое богатство.